Сегодня с утра сбегали в магазин Aldi, скупились немножко по продуктам. Вот это вот все на 50 евро. Я тут немножко распределила, значит, это молочка, это завтраки, каши, полуфабрикаты, овощи, фрукты. Теперь давай поподробнее. Значит, купили Стасу мюсли. Килограмм мюсли, бутылка воды, килограмм муки, вот такие вот семки разные. Это рассежброд. Мы так подозреваем, что это вот подобие на наши бублики. Мед. Рис. Написано молочный. Кукурузная крупа. Это мы Кирюхе водичку покупали. Естественно, как только мы зашли в супермаркет, ему срочно захотелось пить. Вот. Кетчуп детский. Вот. И теперь это вот оливковое масло в спрее. Чтобы не наливать много на сковородку, просто шикаешь сверху. Вот. И получается очень мало масла, мало жира. Кстати, стоит 2 евро. Покупали по скидке. 4 кусочка свинины, уже порезанные, без кости. Так, из овощей купили. Это набор салат. Тут, значит, всякие виды салата. Упаковка помидорчика. Пучок редиски. 2,5 килограмма картошки. Еще такие помидорчики на ножке. 2 огурца. Ну, лучше понимать, вот тут ладошки, да, огурец. 2 ладошки. Из фруктов 400 грамм винограда, 125 грамм малины, ну красивая. Стасик взял себе 4 инжирчика спелых, 2 килограмма яблок. Очень похоже на наш. Тут было 6 бананов, 2 я уже съела. Килограмм груш. Вот. Кстати, прикол такой. На всех фруктах написана, ну, дана инструкция по употреблению. Значит, тут здесь написано, что нужно хранить в холодильнике и перед употреблением помыть. Перышек. Вот такой вот. Вот. Еще идет в такой деревянной какой-то упаковке. Только добрали, он был еще теплый. Так, из молочки молоко недлительного хранения. Это мы подозреваем, что это сметана. Это мы не знаем, что мы взяли попробовать. Это Стас утверждает, что это творог. Но опять же, мы еще не знаем. Это мы взяли ему йогурт. Такая огромная банка. Здесь полкило йогурта с черешней. Мюсли. Это детское мороженое. 5 штук в стаканчиках. Йогурт продается сразу 8 штук. Вот, мы взяли разных. И сыр. Нарезанный. Гауда на бутерброд. Значит, из полуфабрикатов малому взяли попробовать суп с фрикадельками в банке. 2 фокаччи. Драники. Сколько их тут? 3. 3 драника. Маленькие такие вот сосиски, маленькие, и котлеты,
не знаю, сколько штук. Раз, два, три, четыре, пять котлет. Ну, больших и тяжелые. Сколько же их здесь? 3 кило. Вот. Вот эти вот все продукты. Получилось ровно 50 евро 12 центов. Вот. Ну, а Аньке еще купили пачку памперсов. И, кстати, здесь наши обыкновенные памперсы. Ну, не то чтобы наши, конечно, но такие же у нас продаются. Стоят 7 евро упаковка за 34 штуки. Вот такая вот котлета внутри. Вот такой вот хлебушек внутри. Ну вот, у нас тут есть поедатель котлет. Вернее, их два. Но Кирюхе нравится. О, это кукуруза. Кирюха, тебе нравится? Мороженки. Какое мороженое, немножко подтаяло, да? Не